Всем привет! С вами Стив Про. И сегодня, друзья, я вам покажу, как создать свой скин в Майнкрафте Pocket Edition. Собственно, для этого вам понадобится всего лишь одна программа, и ссылка на нее будет в описании. После того, как вы скачали и установили программу, вы должны зайти в нее, и после чего откроется вот такое меню. Да, в данной программе вы сможете не только создавать скин, но вы сможете создавать текстуры, а также скачивать моды и карты, ну и многое другое есть в этой программе. Собственно, друзья, чтобы все же создать свой скин, нам понадобится перейти во вкладку Skin Creator. Нажимаете, и если вы новичок создания скинов, то я рекомендую вам скачать какой-нибудь скин и на нем делать свой. Ну что ж, друзья, будем делать на моем примере, то есть на моем скине. Вы ищете его в своих папочках. Вот, к примеру, мой скин. Вы его открываете и ждете окончания загрузки, после чего у вас откроется вот такое меню. И, друзья, вы можете начинать с чего угодно. К примеру, вот у нас голова, и мы можем ее редактировать. Можем выбирать цвет, его также редактировать в нескольких видах, друзья. И это, правда, очень классная программа. Но если все же вы уже эксперт, вы можете начать заново, нажав Name, и, друзья, Human, и уже создавать. Вот вам примерчик такой довольно классный. Ну и, собственно, друзья, дальше вы уже поймете сами. Но и все же я рекомендую, если вы новичок, то лучше начинать с готового скина, потому что здесь, по идее, непонятно, где что, особенно если вы плохо знаете английский язык. Собственно, друзья, программа и вправду очень хорошая, поэтому ссылка на нее будет в описании. Не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. Ну а также вы сможете еще удалять скины, сделав так же, как и сделал я сейчас. Что ж, друзья, и вправду, спасибо за просмотр. Как сказал, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал.